Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить The Wave. Да, так, The Wave, вот так называется, да? The Wave, игра, что означает, короче, вор. Вот, продолжаем с вами исследовать оперный театр. Вот, мы осмотрели с вами подвал, получается. Так, где там, бляха, кнопка? Подвал, перешли на первый этаж, нашли билетную кассу, украли тут, вот здесь вот, содержимое. Вот, и продолжаем с вами искать всякие некие ценности. Нам нужно найти талисман воды, найти, ну, 2000 монет, это понятно, и найти флейту, серебряную флейту. Так, на прошлой неделе ты прочел, что дирижеру оперы только что преподнесли в подарок серебряную флейту. Такая вещица может потянуть на рынке на кругленькую сумму. Найти ее. Где ее искать, не сказано. Только то, что она у дирижера. Нужно найти дирижера. Так, ладно, давайте приступим. Там у нас спуск вниз в подвал, обратно. Идем, короче, вот сюда. Тихо. Что это сразу? Сразу что это? Тихо, тихо. Бляха! Какой чуткий. Тихо, тихо, тихо. Уходи, уходи. Так, я в темноте. Отлично, он пробежал мимо. Бляха. Нашел труп, короче, убийство. Ладно. И чё встал? Зайди. Выходи драться. Так, маховые, маховые, маховые есть. Оп. Сейчас его. С помощью маховой стрелы. Махо-махо. Где ты там? Леха! Главное, так беззвучно. Ключ. Первый ключ какой-то от чего-то. Окей. Так. Я его убил. Не убил, а без сознания, да? Хорошо. Ну, почти у меня получилось с помощью маховой стрелы его, короче, от билетная касса. Прям билетная касса написана. А мы ее искали тут русскими. Желтым по белому написано, что это билетная касса. А мы искали. Желтому по коричневому, а не по белому. Или я так и сказал. Ладно, хрен с ним. Смотри, сколько добра здесь. Востресь. Так, такое мы не... Мы не мелочимся, такое мы не берем. Окей. Золото, золото, золото. А это что? Это обычная тарелка, да? А чё он серебряную там тарелку не взял? Ну что же, можно как-то втюхать. Ну, недорого, но можно втюхать. Почему нет-то? Гаррет зажрался. Зажрался Гаррет. Что за музыка? Чё-то Лёха. Что-то, вот я музыку сейчас услышал, и что-то вспомнился мне рок Гвинта. Бляха! Ты не можешь бежать быстрее стрелы, придурок. Почему? Почему не могу? Бляха. Так, а у меня есть чем их ослепить? О, прям! О, прям! Ёпте мать, нихрена он такой! Это я закрою, иду сюда. Ох ты, падла такая! Прям взад мне. Юра такой. Видал, что творит, да? Закройся. Да как... Мне что, должно быть больно? Да, конечно. Ты не можешь, как... учишься лаять? Как ты... Как... Жесть, ублюдок. Ладно. Всю малину испортил. Так начинали. Нормально же общались, чё?
Этот фонарь, бляха, не выключить. Знаешь, что я сейчас сделаю? Я сделаю следующее. Да, иди. Я здесь. Пошуметь как-нибудь, чтобы они... О, давай. А чё там? Хоть кого-то-то? Ни хрена он стреляет. Ай-яй-яй. Бляха. Чё такие эти? Ушлые-то. Так, с веревкой. Бляха, у меня больше ничего нет, да? И вспышка. И вспышки нет. Херовас-то. Короче, надо как-то их по одному сюда выманивать. А я сделаю, знаешь что? Я сейчас тарелкой, короче, приманю. Маню тарелкой. Я найду тебя, погоди. Давай. Ай. Учишься. Что лапы, значит? Сынок. Что значит? Мне что, ай. Должно быть больно? Учишься, лаять, щенок. Вместе мы его схватим. Выбьем ему все зубы. Да ты достал. Выходи, ублюдок. Как я в тени стоял? Как они? Где ты, придурок? Бляха, эти вот светильники, их не потушить нифига. Надо от лучника избавиться. Давай. Ебти мать. Стой, не двигайся. Хотя бы я не знаю, бляха. Что хотел сказать, я забыл. Где он, этот вор? Давайте уже. Тихо, все-таки. Я не успел, короче, потушить. Ладно. Давай сюда. Сейчас... Трус, не спите в здании, чужак. Сейчас он, короче, это пойдет. Я тебя устрою. Да в смысле? Я так не играю, что за бред-то? Где ты, придурок? Яха. Еще одна попытка. Под ноги. Иду тебя, погоди. Чё на ней? Почему осечки? Почему она не работает? Ну хотя бы пошевелись. Да бляха, он... Почему на мне она сработала, на них она не срабатывает? Что за дичь? Я не понимаю. Вот под ногами, прям под ногами. Во. Отлично. Вместо сохранки загрузку нажал. Давай так же. Так же, под ноги. Бляха. Да бляха. Гаррет, кидай ты ровно. Я тебя быстро найду. Надо в проем, короче, вот эту промежность в эту кинуть.
Город задрал. Вот так. Эй, я здесь кого-то поймал. Почему не срабатывает, подло? Под ногами прям вон лежит. Что не срабатывает, подло? Что за дичь-то происходит? Ну, заберись. Такой момент я тогда вот просрал, короче, и все. Давай, во, о, вот так вот. Камон, байба. Давай, иди сюда. Тихо, тихо, тихо! Не убил? Сознание. Ну, спасибо за стрелу хоть. Хоть не порыжником. Жесть! Так, ладно. Зелье скорости. Стрела. Обычная стрела. Маховая стрела. А газовые, две газовые стрелы. Хорошо, исцеляющая еще вода. Шикарно. Так, еще записуля. Так, капитану Калиарду и людям из стражи оперы. Два стража все время днем и ночью должны нести вахту возле моего кабинета. В случае проблем в здании оперы или же волнения любого рода, необходимо прислать еще двух стражей им на помощь. Артефакт должен быть в сохранности. Я не потерплю промахов. Охране безопасности Эл Валерия. Валериан. Или Валерия. Вообще-то Валериус. Вообще-то Валериус. Идешь сюда. И ты тоже. Сюда же. Так, дверку я закрою. Запомним, что это за мной были. Вот так. Окей, продолжаем. Продолжаем. Тут у нас закрыто, но я какие-то ключи взял. Угу, не работает. Значит, подойдет отмычка. Блин, столько времени, короче, убили на двух стражников. На двух, на этих стражников. Ой. Это уборная. А это что? Дверная ручка. Окей, а в уборной ничего нет, что ли? Это чисто спрятаться, если что. Хорошо. Понятно. Куприк мышки уехала куда-то. Так, что у нас здесь? Понятно. Это сцена. Понятно, туда нам не надо, наверное. Приехать тут закрыто. Открыто. Вот сюда ключик и подошел. Окей, так, мы на первом этаже же еще. Ни хрена себе. А, это был пост охраны. Говорит, наказ, ну так шлю, здесь пост охраны. Ага, понятно. Потом мы пошли вот так вот. Ага, здесь мы повернули. Здесь у нас, ага. И сейчас мы повернули вот сюда. Нет? Или как-то, короче, хрен знает. Хрен просышь. Что это за место? Оп. Оп. Так, допустим, это, наверное, в следующую дверь перейти можно, да? Понятно. Но здесь ни черта нет. Ясно, пусто. Что здесь? Так, тарелка не нужна нам, это нам не тоже. Здесь тоже все пусто. Ага, помните, да? Или нет? Погоди-ка. Был же лифт, да, какой-то? Где там это, репетировали, помните? Сейчас проверю просто. Да. Да-да-да, это где было, шла Саша по шоссе и сосала сушку. Окей. Окей, так, охранник. Охранник. Эть. Сохранник. Тут столько записули, смотри еще. Глядя, здесь есть еще охрана? Нет. Так. Тихо. Ну ладно. Поверху, видимо, ходит, да? А, в смысле столько записули? Одна записка. Да?
Так, капитану, а людям стражи. Два стражника. Ага, понятно. Это все то же самое. Повторяются записки. Видимо, короче, настолько большой театр, что... Так, это что? Ой. Это... Так, арфа, да? Называется арфа. Так, это что? Свет. Понятно. Это нам не нужно. Так, нужно вырубить охрану. Так. Гаррет, ну залезь. Он один? Тихо-тихо-тихо-тихо. Сюда. Покажи. А, снизу, смотри, еще охранник какой-то, как-то... Здесь сверху два. Где ты, придурок? Здесь чужак. Леха! Вот... А-а-а! Вот так вот. Так, отлично. Его слышал. Я надеюсь, он здесь не пойдет, он пойдет по кругу. Там где-то еще один охранник, видел? Снизу один, еще откуда-то один вышел. Эй, кто там? Есть. Я повернись, только медленно. Руки за голову. Бляха. Как только я на здании воры. В здании воры. Я... Задрал, короче. Такие они какие-то, такие, вот такие. Прям. Пускай лежат, я не буду их убирать. Блёха, задрали. Всякого говна тут наставили, короче. Просто мешает все. Все мешает. Так, это чё куда? Это чё куда ведет? Так, закрыто, хорошо. Здесь закрыто. Так, ладно. Я на первом же еще этаже. А, второй этаж. Это уже второй. О. Ну, в принципе. В принципе, на первом-то мы уже закончили, да? Там вроде ничего больше не было. Поэтому. Хорошо. Поэтому хорошо. Бляха, калидоры. Калидоры. Что сюда подойдет? Мышь подойдет? Нет. А вот этот? Нет. Да, отмычка. А, не. О! Золотая отмычка. Хорошо. Так, это стул там стоит, не понял, кто-то стоит. Но подождите, кого же я вижу? Кто смелился рубить лес в моих владениях? Неплохо, но давайте попробуем пожестче, к примеру, вот так. Но подождите, кого же я вижу? Кто осмелился рубить лес в моих владениях? Но подождите, кого же я вижу? Кто осмелился... Нет, нет, с выражением. Делайте особое ударение, осмелился. Вот так. Кто осмелился рубить лес в моих владениях? Осмелился. У меня есть идея получше. Почему бы вам не спеть партию принцессы? И почему вы... Леха, баба там на зомби похожа. Почему бы вам не найти себе новую солистку? Ха, может, я и сделаю это. Ладно, жалкое бездарное ничтожество. Я просто представляю... Тихо, я просто представляю их, знаешь... Что здесь? Их семейные ссоры, знаешь, там посрались, там туда-сюда, короче, и потом после ссоры такие. Ла-ла-ла-ла-ла. Бэм. Окей. Так, ничего, ключей у них нет. Записуля какая-то еще лежит. Со стороны она, похоже, была на зомбаря, короче, да? Так вроде нормально. А со стороны как-то на зомбаря было похоже. Что это? Закрыто. Ага.
Этот сейф нам не открыть, окей. Значит, где-то ключ надо искать. Так, мистер Крипс, Ян, дорогой. Настали великие времена для таких мыслителей, как мы. Я уверен, что тайны артефакта вскоре станут моими. Имея в распоряжении его силы и силу, заключенную в вашей музыке, я все более уверяюсь в том, что наш день близок. Пожалуйста, примите эту флейту как знак моего бесконечного уважения. Уважение за нашу особую дружбу и за вашу бесконечную преданность опере. Всегда ваша, леди Валерия. Так, окей, значит, это комната дирижера получается, да, я так понял? И вот тут вот находится флейта. Нам надо как-то... А ключ, судя по всему, находится у дирижера. Это же, я думаю, не дирижер. Скорее всего, ключ находится у дирижера. Нам нужно найти этого самого дирижера. Так, немножко отлучился, поэтому ничего страшного, продолжаем. Окей, так. Я не знаю, я там напропускал, наверное, ходов, хотя фиг знает. Может и нет. В любом случае, я думаю, все равно как-то это получится, не знаю, вернуться там или что-то еще. Ну, короче, я думаю, все получится, все будет нормально. Ёпти мать, это библиотека? Окей. Ой, еще и наверх, смотри, лестница. Это, скорее всего, лестница на третий этаж, хотя, может быть, это просто второй этаж библиотеки. Так, нет никаких выступающих книг, вроде бы я не вижу ни черта. Так, окей, идем. Давайте просто взглянем, что здесь наверху у нас. Это у нас третий этаж, В. А, это, вот это, наверное, комната леди Валерии, да? Окей. Проходить я туда сейчас пока не буду, короче, потому что мы еще не посмотрели... Опа, здесь книжки можно почитать. Не посмотрели второй этаж, поэтому запомним, что в библиотеке есть вход на третий этаж. Ладно. Риджинальд и Канандра, принцесса леса. Или трагический сказ о запретной привязанности героя нашего, Риджинальда, послушника хамеритов, к игровой Канандре. Обитательница леса и повелительница всех деревьев. Либретто и музыка Яна Крипса. Акт 1. Опушка леса. Риджинальд. Был послан нарубить дров. Он поет. Вот я простой послушник. Сюда я был отправлен дровишек нарубить. Такой день погожий, не сбиться мне с пути. Канандра поет издалека. Ах, славное солнце, согрей нас лучами. Но что там, кого я узрела? Осмелился кто с топором посещать владения мои? А, это вот только что они репетировали, да? Он ответит за это. Канадра наносит Риджинальду удар по голове. Риджинальд поет. Ах, изыди ужасное лесосоздание. Он возносит топор и намерен сражаться. И тут Риджинальд лицезреет Канандру. Он поет. Но я ли назвал ужасающим... Лес созданием тебя, чтобы прекрасно, как бабочка, крылья. Канандра очи ее встречаются с очами Риджинальда. Поет. Но я ли посмела тебе удар нанести вероломный? Лучше бы я погибла, сова. Они обнимаются и покидают сцену. Лесные твари поют. Шалалала, тру-ла-ла и тогда. Конец первого акта. Окей. Люди правда платят деньги, чтобы увидеть вот это? Представь, Гаррет, да. Представь, Гаррет, да. Так, вот эту книжку почему не читаем? Гаррет, почему ты не можешь почитать вот эту книгу? Или ее нельзя почитать? Странно. Книга есть, а почитать не могу. Окей. Смотрю в книгу, вижу фигу, как говорится, да? Так, ладно, давайте спустимся вниз, продолжим смотреть второй этаж. Так, вот здесь библиотека, запомним. Идем, значит, далее. Окей, а здесь дверь открыта. А, или я отсюда пришел. Я отсюда пришел, походу. Так, я не в ту сторону поперся. Или я уже круг сделал.
Ой. Ой, там. Ой, здесь. Ой, 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 ой. Охраны там много. Там, там путь наверх, на третий этаж, скорее всего. У меня одна стрела осталась, газовая. Можно у тех двоих, которые там стоят на вершине, их газовой стрелой загасить. Я думаю, что... Ты что, ослеп? У меня же лапы. У тебя лапы или латы? Эх, уроды, а? Вот уроды, просто уроды. Да! Получи! Падла. Как они меня просто... Просто вот... Ну, погоди, вот найду тебя. Где ты там? Найдет он меня. Кто там? Что это за звук? Ну ладно, где ты? Давай, выходи. Чужак! Так, минус один, хорошо, 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 минус один. Сохранимся. Так, а вот с этим можно, в принципе, попробовать разобраться нашим способом. Только надо выйти, короче, в коридор, я думаю, потому что здесь мало места. Да, бляха, что ты застреваешь, город? Ты меня бесишь. Ты меня периодически бесишь. Хорошо. Все, этот в тени лежит. Этого сейчас тоже сюда перенесем. Пускай лежит в тени тоже. Так, тех двоих, которые вот на лестнице. Так, это маховая стрела. Газовой стрелой попробовать загасить, нет? Понятно. Очень-очень запустил уж далеко. Так, вот так. Как так-то? Отлично. Отлично. Так. Тут еще, смотри, куда-то спуск. Ёпти мать. Охраны-то охраны просто кругом. Эти крысы шумят гораздо громче, чем мы. А? Лежать. Очечки. Так, очечки. Это театральная сцена, получается, да? Кстати, на театральной сцене же по-любому должен быть дирижер, в принципе, нет? Все логично так подумать. О, тихо ты! Хорошо. Этих, в принципе, можно не бояться, можно идти и, короче, оглушать их как хошь. Просто как хошь. Оглушаешь как хошь их. Хорошо. Хорошо, идем по порядку. Главное на стражу не нарваться, и все будет окей. Я надеюсь, здесь мы с вами найдем этого дирижера. Надеюсь. А ты куда собрался, бляха? Собрался такой, деловуха. Так, ладно. А, и все, да, в принципе? А там с другой стороны еще. Я думаю, какой-то коридор приведет на другую сторону еще. Опа, это что? Хорошо. Прям хорошо. Опа. Прям хорошечно. Так, опа, тихо. А это что? А мне туда не пролезть. Секретный вход. О, секретный вход?
О! Талисман воды, бляха! Так, а я смогу взломать этот секретный ход? А у меня ключ! А, это ключ тот, который нам дал этот. Отшельник-то этот, да? Что это такое? Эй, стой на месте, варюга! Бляха, мне не пролезть, давай, я застрял! Давай! Вот именно, ты попался! Эй, покажись! Так, минус один. Вот этого надо как-то... Ай-яй-яй-яй-яй, как опасно! Как опасно, бляха! Упади! Упади, бляха, упади! Я тебя хочу оглушить! Сюда! Остерегайтесь, чужака! Хорош! Он только чихает! Бляха, я его не убил? Труп! 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 Так, меню загрузить, последнее сохранение, окей. Так, получается, что мы делаем? Мы делаем следующее. Вот здесь стоит... Так. Здесь спиной стоит... А так. И делов. Так, череп. Бедный Юрик. Это что? Это ничего. Так, книги нет. А, это тоже нам не почитать. Окей, вот это что? Ключ. Интересно, что? А ключ-то, наверное... А, нет. Еще ключ. Так. Что за списуля? Моя очаровательная леди В. Я буду вечно дорожить этой флейтой. Ее красота сравнима разве что с ее великолепным звуком. Я просто обязан хранить ее в безопасности. Однако какое-то время я вынужден побыть дома, пока не заживет этот ужасный фурункул. Надеюсь, я не слишком вас затрудню, но не присмотрите ли вы за ключом от моего сейфа, как я буду лечиться. Флейта, конечно же, находится там. Я надеюсь вернуться своим обязанностям дирижера еще до новой луны. Ваш друг и коллега Ян Крипс. Окей, это получается ключ, да, как я сейчас и предположил, ключ от сейфа. Окей. Почему-то у меня в голове сразу вот так вот промелькнуло, вот. И так, а второй ключ это получается от этой. Талисман воды. Хорошо. Ну и на этом давайте закончим. Вот, друзья, мы с вами нашли талисман воды. Вот, и в следующей серии мы уже отправимся за флейтой. И, в принципе, посмотрим третий этаж, и можно будет убираться. А, нам же еще это... Еще 2000 монет. Ну, в принципе, третий этаж у нас еще есть, да, в запасе. Окей. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на канал, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.